на конкурс «Дети читают стихи. Город Новосибирск». Колесникова Лизавета, 7 лет, стихотворение Агнии Барто. Когда мне мама прочитала это стихотворение, я очень его захотела выучить, потому что я люблю балет. Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой, мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки, нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете, я забыла все на свете, даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала, а сейчас увижу фильм в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр глянул в трубы, мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка, фея кружится по сцене. Я на сцену не гляжу, я обшарила колени, номерка не нахожу. Может, он под стулом где-то, мне теперь не до балета. Все сильнее играют труп, пляшут гости на балу, а мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Укатился он куда-то, я в соседний ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. По сцене бабочка порхала, я не видала ничего. Я номерок внизу искала, наконец нашла его. А тут как раз зажегся свет, и все ушли из зала. Мне очень нравится балет, ребята мне сказали.